Всем привет, ребят, с вами... Эй, кул! В общем, сейчас будет реакция на команды участников Кубка Фиферов. Знаю ли я свою сборную? Нет, конечно, я не знаю. Откуда мне знать? Я уверен, что мне попадется какая-нибудь Англия, потому что с ПСЖ я выступил не очень достойно, поэтому ждем Англию какую-нибудь. Прям чувствую, что Англия. Чуйка мне подскажет, а она мне редко подводит. Подписывайтесь на мою телегу по ссылочке в описании, на мой телеграм-канал подписывайтесь. Там много чего интересного, поэтому залетайте на мою телегу. Ну и ссылка на оригинальный видос тоже будет в описании, ребята. Ссылка на видос Сереги. Ну что, давайте смотреть! Предзаказ FC25 на любые платформы можешь сделать у Дмитрия Ефремова. Ребят, стартовал наконец-то уже предзаказ. Абсолютно любые платформы. Обращайтесь к Дмитрию Ефремову, магазин Дмитрия Ефремова. По ссылочке в описании. Не забудьте сказать, что пришли от меня. Также у него можно купить монеты, FC-поинтс, игры и подписки. Все это можете сделать у Дмитрия Ефремова. Полностью ручаюсь за него, так как сам у него все приобретаю. Дмитрий Ефремов лучший в своем деле. По ссылке в описании оформляйте предзаказ на FC25. Я уже заставку эту видел. Бэтбом. Здорово, народ, это первая жеребьевка Кубка Фиферов 2024 совместно с Пари. Да, бэтбом. Это самая важная жеребьевка, как и во всех Кубках Фиферов. Сегодня мы будем определять, за какие сборные будут играть наши участники. Да, сегодня один из самых ответственных, даже, наверное, не один из самых, самый ответственный момент сейчас, потому что мы вершим судьбы. И мы потом определим даже, наверное, фаворитов этого турнира. Диманов? После данной жеребьевки. Мы что, определим Диманов? Ну что, еще, кстати, стоит добавить, что а где Диман, кстати? А где Пандос и где Диман? На скамейке запасных. Да. И Дима, и Пандос вот сидят. Они до сих пор здесь. До сих пор эти панда, блядь, в трусах. Ну пиздец. Реально, что это, блядь? Ну реально трусы. Ну без рофла. Я уже 1000 раз сказал. Посмотрите, даже у Дима фавориты короткие шорты. Окей. Типа, и то они короткие. А у Пандоса это даже не шоры, это, блядь, что, стринги, нахуй? Посмотрите, блядь. Ну это ненормально. Есть. Блядь, за три выпуска не мог, блядь, меня послушать, он просто игнорирует меня. Просто игнорирует и не мог одеться, блядь. Пиздец. Поры заебал. Ну ничего, скоро отпустим вас. Мы начинаем с первой группы, это где у нас находятся очень слабые игроки, по нашему мнению. Да, и очень сильные сборные. Ну, либо, опять же, они играют получше, чуть-чуть просто. А меня тут нету. Где-то. Надеюсь, что им эти сборные какой-то скилл прибавят, да, вообще. Да, да, да. В этой корзине, у которой стоит Джефф, находятся участники. Дима Ликс, Леха Гасилин, Ткачук и Артпо, Лолоукау. Пожарная команда, Крисева, Вилса, Чейз, Райзен, Максвелл и Форза. Компания, ну, душевная, как мы уже это называли, тут да, все классно. Все ребята молодцы, им очень повезло. Я бы хотел бы быть там. Музычку, спасибо, блядь, монтажер меня услышал, музычку поменял. Пошел нахуй, блядь, как он это делает? Как он это делает, блядь? Алло, выключите этот донат. Как, почему я слышу это? Ну... Ты в следующей группе, и там кто-то тебя... А кто тебя определит? Дима тебя потом определит, за какую сборную ты будешь играть. Надеюсь, он мне не замашнит. И сборные, так, какие находятся вот здесь, в этой корзине. Мы сначала достаем сборную, и после этого будем определять, кто будет играть за нее. В этом списке ой, сумасшедшие сборные. Сборная Франции, которая так себе отыграла на этом Евро. Сборная Бразилии, да пошел которая нахуй, так блядь, себе да тоже хуя отыграла. Как они это делают, блядь? Как это выключить, блядь? Я не услышал, поздравляю с чем. Блять, я не услышал поздравления, блять. Какого хуя? Идите нахуй, блять. Как это выключить, блять? Как выключить эту хуйню, блять? Забаньте этого человека, который так делает. На Копа Америка очень классный, кстати, перформанс устроил Винисиус, который получил 2 желтые карточки и не сыграл в четвертьфинале. Одну желтую карточку я видел, за разговор получил. Да блять, как?
Выключите это, я просто чат не могу смотреть. Выключите этот, забань нахуй модератор, пожалуйста, а Макс или кто там. Золотой мяч, удачи. Третья сборная — это сборная Англии. О, тут она много у нас кровушки выпила. Сборная Голландии, которая тоже внесла так свою лепту на этом Евро. Привет, сборная Италии, которая... Да, блядь, ну, которая... сука, я все, я... Моими словами, обосралась в этом году. И сборная Германии, которой не повезло попасть... на Испанию в четвертьфинале. 100%. Сборная Испании, чемпионы Европы. Сборная Уругвая, не чемпионы Копа Америка, проиграли Колумбии в полуфинале. Сборная, да, Португалии, мы уже все знаем, все сборные, да. Останется. Ой-ой-ой-ой-ой. Там надеюсь, он не будет так же плакать. Но он точно должен один гол как минимум забить на Кубке Фиферов. Все-таки как минимум 4 матча есть у него. Да, интересно, Серега Джеффа первым позвал, чтобы не доебались. Ну, Netflix и дела. Так. Это больно. Десятая сборная — это Бельгия. И на... И даже ничего не скажу. Ну, Лукаку. Больше нечего добавлять. Да. И одиннадцатая сборная — это сборная Аргентины, которая выиграла как раз Копа Америка. Вот это списочек серьезный. Да. Списочек очень. Повторюсь, я бы хотел о себе тоже говорить. Ну, да ладно. Ну что, начнем? Да, давай. Смотрим. Крутеть-вертеть. Кого-то доставать. Я просто буду доставать сборную, а вы же все равно, вы же будете определять судьбы. Естественно. Вам самое интересное будет доставаться и тебе, и Андрюхе, и Димке. Первая сборная — это Уругвай. Ура, бухой. Ну что, are you ready, мазафака? Ой, да, блин, а, мы, кстати, один спойлер у нас есть, но я не буду говорить. У меня может, кто не знает. Старик вылетел. Ой, прости, брат, это... Все, я пропал с кадра, до свидания. Все нормально, не переживай. Питбули, хуй. А, что за обрезка? Смотри, что за хуйня? Они, наверное, пережеребьевку делали. Помните, раньше жеребьевка была без склейки? Не переживай. Смотри, здесь склейка. Питбули. Видели? Это склейка. Ну все, блядь. Раньше жеребьевки были без клеек. Сразу все напрямую здесь. Это... Обратите все, внимание на Джеффа. Он наверху. Пал с кадра, до свидания. Все нормально. Вот он наверху. И сразу внизу. И кто знает, что между этим моментом произошло? Вот этой обрезки. Они, может, пересняли. Откуда мы знаем? Несправедливо жеребьевка, я считаю. Пошли нахуй, несправедливо. Записаны не одним кадром. Нет, просто крути, пожалуйста. Записано не одним, а я одним кадром. Зачем я его позвал сюда вообще? Я не понимаю. В игрушки поиграть. Ну, кстати, Уругвай на самом деле такой, наверное, так, хотя нет, нормально, сборная, там, очень крутая, там прикольно. Сборная, но все-таки, когда слышишь Бразилия, Франция, по фиксерским местам, конечно, кому досталось? Ну, естественно. Кто не получит сборную Бразилии или сборную Франции? Кто получит сборную Уругвай? Это же Форза Резон! Ебать ты лох, Форза, блядь. Вот из этой корзины самая, блядь, хуёвая сборная досталась Форзиару. Ну, мне кажется, можете... Ну, какая еще? Бля, у него был в прошлом году Милан, и то пизже. Хорош, ну, да. Такое. За португальцев не поиграет. Да. Начал за Лео поиграть. Это моя сборная была. Мнение Галерки. Это моя сборная была, Уругвая, Форзиар, пожалуйста. Мнение Галерки, алло! Фаворит что-то скажет свое мнение, нет? Или ему настолько похуй, блядь, смотрите, он в телефоне сидит. Ему поебать вообще, нахуй его туда позвали, алло. Желаю тебе удачи. Только Куатос выглядит вот таким. А, он смотрел состав. Ладно, все, беру свои слова назад. Ну, слушайте, состав реально неплохой. Типа вот этот Куатос, да, реально хуёвый. Остальное все нормально. Блядь, Нунис — это просто пиздец. Он сейчас заёбывает всех в Элке. Не, команда очень крутая. Да, команда супер бодрая, я бы... Твой любимый Нунис. Неплохо, неплохо. Не так плохо, я думал хуже, реально хуже. Уругвай не достался. Хорошая команда. С ней контент, мне кажется, сложнее записать. Ну, как будто бы да. То есть FIFA просто поиграть по кайфу, а вот кого-то им хочешь, знаешь, опять же, Италию какую-нибудь дать, ну, Бразилию, тематическая, да, конечно, они по-любому за это и болеют. Да. Вторая сборная — это сборная Аргентины. Опа, Месси! И как? Кому достанется? Почему, кстати, обратите внимание, вы знаете вот эти последние песенки аргентинцев, именно Джефф сейчас выбирает человека. Это звучит прекрасно. Смотрим, кому достанется эта команда? Так, вот этот шарик прям что-то очень захотелось, поманило меня, не знаю чем. Давайте смотреть, кто же тут. Андрюха сидит, кстати, в футболке сборной Аргентины. Да, максимальная, кстати, интрига, кто? И это... Гасили. Боже, блядь, охуительную сборную дали бомжу ноунейму, найс.
Найс. Ну ладно, не, он не прям бомж ноунейм, но, блядь, ну... По сравнению с другими фиферами, ну кто это? Ну типа, ну блядь, Аргентину дали Гасилину. Ну я в ахуе, блядь. Почему, почему мне вот не дают? Ну Панди, ладно, он сильный там, фавориту. Блядь, ну охуительные сборные дают каким-то бомжам все время. Играть за сборную Аргентины. А он ребята? Фанат, интересно, Месси? Понятия не имею. Как будто он больше за Криштиану Роналду. Бля, вот смотрим состав. Найс, это Бельгия, блядь, долбоёб. Это... Просто батажёр, ты что куришь? Это Бельгия, блядь, где... Посмотрите, это Бельгия, Бельгия. Где, почему ты на... Ну, и тормоз, блядь. Как будто, сколько его знаю. Какой тормоз, блядь, на монтажёре? Уволить, нахуй. Примерный состав, блядь. Как будто он... Уволен, ну, как... уволен. Футбол играл по... Пиздец, как ему похуй, он просто, блядь, Бельгию на... Знаешь, мне кажется, что было бы очень круто, если бы Аргентина досталась бы Вилсе, потому что он так бомбил, что ему... Да, похуй, давай! Ну все, пока Копа Американский команд. А почему его нихуёво слышно? Почему пандосы еле слышно? Я только сейчас обратил внимание, почему, где, блядь, организация страдает снова. А их осталось еще... Его нихуя не слышно. Сколько? А, Бразилия еще. Бразилия еще. Да, Бразилию, кстати, и самых этих мы еще не вытащили. Кто там? Бумажка маленькая. Да. Опа, это сборная Бельгии. Блядь, мы уже увидели ее, блядь. Отлично. Ромелю Лукаку. Давай, состав аргентинцев нам теперь. Мои любимые Бельгии. За кого же он будет феерить? В этом сезоне Кубка Фифера. И это... И это Антон Чейси! Ну, кстати, нормально. Антон Чейси, Лукаку — это смертельная связь вообще. Слушай, это что-то необычное. Может быть. Второй раз в Бельгии. Красавчик монтажер. Челси. Не, но состав тоже хороший. Хороший состав. Пиздец, какой хороший. Так уже был, да? Ну, ему не привыкать. По факту. Не, Лукаку в Интере был. Как вот я тоже думаю, что в Челси он не был. Да все, Абумянг был в Челси, да. Следующий. Так, что там дальше? Кстати, это была первая европейская сборная. Да, все, понимали? Все. Ну, где это, Бразилия, либо Франция, она здесь или нет? Кто? О, Англия, мне, блядь, ну ладно. Гаррет Саутгейтс. Понятно, что не мне. Давайте смотреть. Бля, я хотел Англию, пиздец. Я хотел Англию, пиздец, она мне бы идеально подошла, сука. На, это будет, пожарная команда. Совершенно точно. Артпо и Ткачук. Понятно, ГГ, блядь. Бля, почему? Почему? Ведь этим новичкам, блядь, охуительная сборная достается, блядь. Почему? Вот смотрите, эти новички, мы не знаем, как они играют. Вдруг они делают, блядь, по 16 побед. Какого хуя ты им даешь, блядь, топовую сборную? Объясни мне, Серег, ну нахуя? Изначально вот новички заходят, им надо давать среднюю команду. Это уже для них заебись. И вот уже от того, как они средние команды сыграют, уже в следующем сезоне большую или, ну, и пиздатую сборную, либо хуёвую им давать. Зачем ты сразу, блядь, им даешь Англию? Это нелогично, я считаю. Пиздец. Они могут пиздеть, говорить, что играть не умеют, но... Бля, я тоже могу сказать, что я делаю там 6 побед, но это же неправда. Дима шарит, да? Хорошо. Я почему ты так смеешься? Ну-ка поясни. Ну, контента дадут с ней очень много. Ну понятно, тут даже без комментариев, ну, состав пиздатый. No comments. Локальные приколы есть касаемо всего этого. Да, да, да. Это прям идеально прям попадает в них. Ну, либо Криштиану Роналду вот мог попасть вот в Португалию. Но Англия — это для них прям... Интересный кейс. Да, кстати, я сказал, что вот могу... Я, в отличие от Кефира, могу признать свою ошибку. Смотрите, я сказал, что они ноунеймы. Но я сегодня зашел на канал после того... Ну, вы видели в телеге, кто не знал, там видел. Видели прикольчики в телеге, они ответочку мне закинули. Я реально не знал, что у них пиздец как раскачан YouTube. Реально, я охуел от просмотров, поэтому, ну ладно. Беру свои слова назад, не ноунеймы. Хорошо, не ноунеймы, беру свои слова назад. Вот видите, я могу признать ошибку. Могу, блядь. Ну, блядь, то, что им дали Англию, это пиздец, я считаю. Ну, это перебор, я просто не знал, что они в этой группе. Пиздец. Ну, я смотрел прошлый ролик, но... Ну, идите нахуй, блядь, не буду оправдывать. Так, я вот что-то сделал. Опять центр, ну, знаешь? Это несправедливо. В центре. Вот этот цветочек образуется у нас. Так, ладно, давай. Вот эту я возьму. Хорошо.
Кто там? Я уже вижу, чуть-чуть просвечивается. Это у нас сборная Голландии, либо, другими словами, Нидерланды. Ну, тут все пизда, так, пожалейте мои гланды, да? Слушай, ну давай, тянуть не будем. Душевная сборная. 100%. Сразу же возьмем и увидим... Кто в Амстердам летит? Максвелл. А, Максвелл, блядь, я забыл. Ну ладно. Нормально сорвался. Тут тоже одна позиция. Не, ну Максвелл, блядь, Максвелл пиздец. Ну Максвелл, кстати, играет хорошо. Он на... Бля, какого хуя? Подождите, почему Максвелл дают Нидерланды? Я с ним на прошлом Кубке FIFA кое-как его обыграл 2-1. Мне пришлось на 90 минуте тянуть время за ПСЖ, блядь. Я помню, он хорошо играет. Какого хуя ему Нидерланды дали? Пиздец. Просто опять же несправедливость. С Гулитом, ебать состав. Кроев, Гулит, блядь, ну... Это Мадсен. Стоп, голландцы! Кровь, Максвелл, тут смотри, жесть. Максвелл, по флангу, за какого-нибудь Хави Симмонса, Депай, без разницы, берешь? Зачем он говорит, кефир показывают? Джеффа, блядь, ты да, аботажер, что ты куришь, блядь? Говорит кефир, показывай кефира. На квадрат, на наверх. Почему мы смотрим на Джеффа, который просто молчит, блядь? Там у тебя Вейхорс должен. Или кто это виноват? Или оператор? Стоять. Оператор, он... блядь, проснулся. Кидывает на кровь, доброе и тот утро, в одну касание забивает. По-другому играть вообще не надо за эту сборную Голландии. Спасибо. Но я вот за Вейхорс последние две ВЛ играл. Да, 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 молодец, машина. Молодец, Серега, красава, все, всем похуй. Пина. Ну реально, всем поебать. Да, пиздатый состав. Молодцы. А ты че? А у меня нет этой сборной. Чемпионы Европы, сборная Испании. О, это тоже хороший состав. Вилса, Вилса. Самый нужный. Вот из мне не нравится то, что, смотрите, блядь, показывают кадр на Пандоса с фаворитом. Вот смотрите, я перемотаю назад, вот, он мотает. Ну ладно, и... здесь не видно. Ну, короче, кадр на Пандоса, и в этот момент склейка происходит. Они могут все что угодно сделать. Вот эта жеребьевка, я считаю, самая под вопросом, потому что они могли перетасовать... И дать и сборной, которая удобна Сереге. То есть он, ну, типа, они открыли там какой-нибудь, блядь, не знаю, Форзиару выпала Англия. Они такие, нет, пизду нахуй Форзиару. И заново так. Я уверен, так сделали, блядь. Из... Ну, блядь, а почему тогда обрезки? Раньше не было. Помните, раньше Серега записывал жеребьевки? У нас без клеек. Все одним кадром. Помните? Всегда так было, блядь. Почему в этот раз, блядь, со склейками происходит? У меня вот такой вопрос, реально. Тех, кто остался, кому бы ты хотел эту сборную? Испанцев? Странная хуйня. Мы обсуждали, что это одна из слабейших сборных в этой группе. В плане FIFA. Да, в плане FIFA. Не знаю. Ну честно, да. Я никого не хочу. Давай обидеть. Не будем гадать. Это Крысева не классика. И они сейчас обидятся, что им не достались французы или голландцы. Не, ну Крысева не классика. Здесь вот иди, окей, могу сказать. Здесь они на своем месте. Они меня отсосали 10-0, блядь. Ладно, хорошо, испанцы, все окей, нет вопросов. Хорошая сборная, алло. Да. Потрясающе, это чемпионы. Там Фернандо Торрес классный вышел в последнее время, там какой 95-й рейтинг, 99 пейс у него, там можно много чего придумать. Да я можно не знаю, посмотреть, на что там, жаловаться, да. Когда вопрос опять обрезка, нет. Опять материал обрезка. Есть. Опять, сука, обрезка, меня это раздражает. Придумывайте. Ну что, с Испании 0-4 у них будет, или как, ну, швейцарцы? Оп, показали кадр, там уже Серега все поменял. Не смогут делать. Опять же, может, они весь год играли, кто знает. Мне кажется, фаворит все знает, поэтому он сидит, молчит, блядь. Ему это не нравится, но он ничего не может сказать, потому что его кикнут. Серега сказал, если кто-то, блядь, сдаст, я кикну вас всех нахуй. И скрывали это. Да, специально задушили, прикинь. Так, следующая сборная. Италия. Пицца, горячая пицца. Вот то, что я как раз и обсуждал, что классно было бы, если пожарная команда попадется. Там Челентано, вот эта вся история. Да, да, да. Куда-нибудь нас туда отведут. Ну, давайте смотреть. Я даже... Ну, давай, пожарную команду. Да, видно, как Сереге нравится пожарная команда, блядь. Он каждый раз про них говорит, блядь. Про кого он ни слова не сказал? Про Гасильного что-то сказал, он вообще ничего не сказал про Гасильный. Он про Гасильный, блядь, и похуй. А про пожарная команда. О, пожарная команда.
кинуть. Пожар! О, посмотрите, какой довольный, блядь. Клянусь, не постанова, реально. Все, это... Все, они могут снимать кино, и аудиторию 60+, они к нам приведут, кстати, вот с Челентан и так далее. А прикинь, у них абсолютно иной геймплан на этот Кубок Фиферов, и они не планировали еще. Мы тут за них рассуждаем. Ну, если как они делали в прошлом году, типа, ну, Франция, не знаю, Бразилия. Не, Италия как будто бы круто. Да нормально им тоже, они... Где-то в конце, где-то в конце, наверное. Германия. Уф. Вот пожарной команде надо было Германию достать, кстати. Да, блин, вот ты они... заебался пожарной команды 600 раз говорить, блядь. Всего, ну, блядь, уже Италии по 10 раз сказал. О, Англия, хоть бы пожарной команде. Блядь, заебал тебе Германия. Каждый раз, блядь, будет пожарная команда, блядь. И снять могли бы и там контент. Да и Италии, мне кажется, достаточно. Так, да, хорош, Джефф, заткнул нахуй шефа. Молодец, блядь, не побоялся. Яйца есть. Маня не понял прикола, да? Нет. И слишком серьезно говорил. Да он не понял, да, блядь, даже сейчас, нахуй. Никто не понял. Вот кто-то понял? Кто-то понял сейчас прикол? Я не понял, блядь, и Джефф не понял. Блядь, там сидит панда, фаворит, они вообще, блядь, боятся звук издать. Германия Вилсаком. О, ну нормально. Вот, окей, Крысева, пожарная команда, Вилсаком, нет вопросов с командой. Максвелл, сомнительно. Артпоид, Качук, нет нахуй. Гасилин, ну, блядь, Гасилин Аргентины, ну, ладно. И Forza Resort нормально. Тоже нет вопросов. Конечно, рассчитывал, что он это бразильцев получит. Стоп, а там еще и Франция, и Бразилия до сих будет пор. Будет командовать немцами. До сих пор. Слушай, с немцами нет. Там, ну, там Вирс 99 прикольный появился. Да. Там пиздец карты, я в ахуе. Без слабых зон даже объективно. Ну да. Ну, Матеус там... центральный защитник, но это как будто, ну, ну извините. Не, ну Матеус, да. Ну всего лишь, что Матеус в центре обороны, ребят. Действительно, как бы. Ничего неожиданного. Нормально. Ну, Вилса и Германия, это вообще как будто совсем новый. То есть он всегда играл то Барса, то... Что у него еще было? Бразилия? Да. Ему сейчас либо Бразилия, либо Франция. Сейчас, должна была быть. А тут прям... Ладно. Что-то новенькое, да. Сейчас, предикт. Предик, сейчас Серега достает сборную и говорит, блин, вот если пожарная команда. Смотрите. Так, следующая страна. Португалия, ребята. Или нет? Или может не скажешь. Криштиану Роналду. Кто же будет играть за Криштиану? Влетает на КФ. И кому достается? И у меня остались Франция и Бразилия. Я понимаю, самый жирочек. Но мы уже знаем, кому так. Бразилия достанется. Но за Португалию будет играть Райзен. Ну это классно, ладно, посмотрим, это нормально. Это лайк. Хорошо, здесь тоже нет вопросов. Ну, боже, он, блядь, играть не умеет, нахуй, разучился. Райзен и Криштиану Роналду. Вот это хорошая химия. А хотя бы есть один португалец в арсенале сейчас? Вот который сборной Португалии. Вроде бы, я тоже вот не помню. Сейчас я пытаюсь вспомнить. А, да, кстати, как фанат Арсенала. Да. Извините. Не могу. Либо Джефф фанат Арсенала, лол. Пусть вспомнить. Ничего такого, короче. А кто им помнит, кто у нас остался сейчас в корзинах? Вот Франция, Бразилия здесь. Точно не пожарная команда, Серег. А вот там как? Лоу-лоу. Лоу-лоу кау. Да ладно, это Ликс им достается, либо Бразилия, ну, либо... Ну все, мы знаем. Франция. Ну мы знаем, я не и буду спойлерить, окей. Вау. Я знаю, кому сейчас Бразилия достанется. Вот это спойлер, все словили. Как ты думаешь? Ну, наверное... Бразилия Ликсу, Лоу-Лоу-Кау, Франция. Нихуя! Я сначала... А что сильнее? Или они прям две, ну, одинаковые? Думаю, ну, если брать по кумирам, то бразильцы определенно точно. Если французов, то там БП один может развалить. БП-мета. Знаете, ну, бразильцы сильнее, мне кажется. Я Ликсу писал где-то еще пару месяцев назад, когда я думал, что мы будем снова клубами играть. Я им говорю, ну, тебе как команда достанется уровня Реал Мадрид. И он так и запомнил. То есть, если ему досталась бы Бельгия, он сказал бы, что за подстава. А в итоге вот ему достается одна из самых топовых команд. Две в любом случае. Да и сейчас еще и ребята из Лоу-Лоу-Кау просто кайфанут. Так, давай смотреть. Кто же здесь? Пожарная команда! Сняла бы целый фильм. Почему ты не сказал? Если бы Франция досталась пожарной команде, они бы сняли просто жанры, но, блядь, вставку. Играет? Нет? Дмитрий Ликс! Сможет ли он задонатить на 98-го? Нихуя себе состав, ебать. Ебать. А, там еще этот вышел, Неймар.
Сегодня Неймар вроде как там футис. Вышел, не вышел, не знаю. На Ривалду, на Роналдиньо. Ой, подожди. А вы Бразиль? Ой, а мы аккаунт нашли на PlayStation 5. Хороший с Бразилии. А он на ПК, да? А он на ПК. Ой-ой-ой. Удачи. Вероятно, плойку дешевле купить будем. Ну, кстати, да. Как вариант, PlayStation пусть купит. Там тоже надо будет аккаунт поискать. Ну и последнее. Пара, это у нас получается Франция и Лололокал. Ну, здесь тоже вопросов нет. У них еще и вратарь хуёвый. Я такое помню. 2 года назад они же играли за ПСЖ. Они за Мбаппе играли. И они играли за Мбаппе, кстати, да. Повторение вернулось. Повторение матчей. Здесь особой реакции нет, потому что, ну, реально, все команды топовые. Тут просто ассоциации. Ассоциации прикольные получаются. Ну, мне реально нравится вот Райзен Криштиану. Прикольно. Не сказал, бля, я думал про пожар сейчас. И то, что Италия пожарка плюс минус. И артпост. Не сказал про пожарную. За сборную Англии. Вообще класс. Такая была первая корзина. Сейчас у нас будет замена. Сука, будто специально уже услышал меня и не говорит ничего про пожар. Ко второй группе. Увидаемся скоро, ребята. И у нас произошла замена. Теперь у нас судьбы правят Дима Ковальский. Бля, отец с сыном просто. Реально, отец с сыном, блядь. Я не могу. Тут всего лишь 5 участников. Во второй корзине у нас такие ребят, как Джефф, который сейчас здесь сидит в студии. Дима, я так надеюсь на тебя. Я не мстительный, абсолютно. Но сейчас я назову сборную, и какую ты сборную захочешь, скажи. Да. Денчик и Ромарой. Угу. Дена Миллер. Это же не сборная. И Хупс. Блин, Хупс вообще пока кейс такой. Вот непонятно. Вообще типа, абсолютно что, непонятно. Душить, да, нужно, я не знаю, кто такие Хупс. Окей, нужны. Я не повторю свои ошибки, я не знаю, кто такие Хупс. Может, не ноунеймы. Командам кто давай. Все, и не команды. Буду так говорить больше. США, Канада, Мексика, Колумбия. Это все с того полушария. И Дания. Единственная европейская команда в этой корзине. Неужели там составы хорошие? Да. Какую команду? Канаду. Ну, как надо. О! Как надо, ты говоришь. Канада. Как надо? Да все, уже похуй. Ладно, все. Спокойно. Че, начинай потихоньку? Давай сразу с Канады начнем. Показываю, как надо. Оп. Так, с чего начнем? Начнем с Канады. Отец с сыном, блядь. Канада. Сука. Канада. Джефф, хочешь, я там тоже так покручу? Я нервничаю. Я же, ну, все же думали уже лет 5, что жеребьевки подставные. Видите, как легко я беру? Ага, да, конечно, когда есть обрезки, блядь. Доказательство. Смотри, Джефф. Когда есть обрезки. Джефф. Сейчас будет. Переводы камеры вовремя. На нас смотрите, блядь! На нас! Вы для кого снимаете? Алло! На нас смотрите, алло! Почему, блядь, вам похуй, что там Джефф? А потому что знаешь, что там не ты. Бля, вообще, почему нельзя было просто рядом вот так вот Пандоса и Джефф еще? Или почему вот по краю поставить? Почему они там на диване сидят? Футбольный бог. Или вы здесь маленьким окошком где-нибудь, как вот меня вставите, сверху справа. Джефф Бабатумба. Да ладно! Как это возможно? Ну ладно, это смешно. Да ладно! Это смешно. Это постановка. Ну не за столько, блядь, переигрываете, как мы. Сами, блядь, на мобильных фиферов что-то выебываются, а сами уже переигрывают, блядь. Ну не настолько прям. Прям все, да, Джефф с Канады, блядь. Это постановка. Еще что-то про мобильных фиферов говорили. Видите эти лица, блядь? Переигрывают. Я не верю. Я не верю в такое. Я не верю, это постанова какая-то. Да, да. Ну все, Канада, ха-ха, смешно. Как это работает? Что за. Я не знаю, блядь. Серега достает, говорит, Канада. Да-да, Серега достает, уже поняли, блядь. До того, как вытащили. Ладно, все, спокойно. Ты же этот должен будешь, Джефф. Блядь, а если, потом, если бы этот шарик он закинул, ты потом пересматривал бы. О, мой скат. Блядь, как бы это, надо было кинуть, как бы это. Не, блядь, не зря Пандоса мобильную фифу играет. Спасибо было. Не, там классная команда собирается, реально. Почему Джефф... Че это? Радуется. Что за звук, блядь? Там реально все хорошо. А у каких команд нет вратаря? Напомнишь? Не помнишь так? У США нет вратаря. У США нет вратаря, это да. США? И все, наверное, да? Получается. Дани, Шмехель. Да, там все нормально. В Колумбии бомж. В Мексике. Колумбия бомж, ты что ли, Колумбия? Колумбия. Вот сейчас смешной кадр был. Сука, еще раз хочу посмотреть. Вот это смешно.
Колумбия. Получается, сборная Колумбии. Шикарная сборная. Так, у Колумбии кто там, Аспина? Пабло Эскобаро! Пабло Эскобаро! Ну да. Ну хотя бы, хоть какой-то. Ебать там бюджет, один Пабло, блядь, бюджета навалит. Худший вариант, но там в поле, на самом деле, я так посмотрел, все очень жирно, поэтому... Ну, конечно, приятнее за Шмейхеля играть. Все очень наверное. Жирно, там что, Серега играл, блядь, ладно. Да, но... Там Клюнт есть. Да, но в поле Колумбия сильнее, чем... Ну да, да там... Нет, там в поле и не только Колумбия сильнее. Колумбия сильная в доставках, говорят. Ну, разными способами. С пейсом и очень много пейса. Я не считаю, только что пейса игрок, много, которого да. я сейчас вытащу, не должен быть расстроен тем, что я ему да? достал Колумбию. И это Гена Миллер. Гена Миллер, который пойдет. Словил сейчас питерский вайб такой с Колумбии. Не понимаю, с чем связано вообще ассоциация Санкт-Петербурга. О, Спина. Ну да, вратарь не очень. Ну, а так нормально. Колумбия? Асу, да. Вообще ни разу, да. А и никак не обсудим, да? То есть Гена Миллер и Колумбия, да? Как бы, ну, хорошая сборная. Там прям круто. Нет, это хорошая команда. Миллер хуёво играет. Мне больше всего интересно, кто заберет США пока что. Ох, а сейчас у нас Мексика. Опа. О, еще одни друзья Колумбии. Вот как мы вспоминали, там есть Эрнандес, тот же прикольный форвард. Чапо! Чапо! Средняя неплохая, я бы даже в теории ее мог бы отправить к сеточке ниже. Ну, в теории. То есть, опять же, то есть она по уровню, она окей, но... Но она такая пограничная. Ну да, вот в этом плане я с тобой согласен. Все, я вытаскиваю, и Тудроц у нас будет играть за Мексику. А, блядь, какой хуй Тудроц так высоко? Прикольно. Ну да. Почему они так высоко? Не придумай что-нибудь придумать. Не, ну знаешь, как США Тудроц вообще было бы. Не, это тоже хорошая пара. То есть, вот Тудроц и Дания, вот мне как-то вообще... Ладно. Не сочетаются, да? Да, не сочетаются. Ну это пиздец, составы ебанутся. Остались США и Дания. Да. Это сейчас как раз у нас Дания. Хёйлунд. Хёйлунд очень крутая карточка. А кто остался там? С перками. За него прям можно играть. На воротах Шмейхель. А, у США нет вратаря. Ну, я про это говорю. Да, мне да. интересно, кому попадут. А Ховард, Ховард разве не играет? Ховард. Ховард. И еще кто-то. И Денчик с Ромароем. Денчик с Ромароем. Ой-ой-ой, ребят, держитесь. Так, ладно. Ну, я уже взял шарик, поэтому Денчику и Ромарою я отправляю, да, ребята. А Хупсы играют за США. Ну, кстати, они же там и баскетбол играют, им подходит, кстати. Есть голкипер. Денчик, поздравляю. И получается, в последний... О, нихуя! У нас хороший состав. Определяет, что у релей хуёвый. Кстати, баскетбольная! Бля, я только что сказал, ебать, он за мной повторяет, я в ахуе. Слот достается именно Я только что про это сказал. Вот у них ассоциация прям 100 из 100. Лучше не придумать. Я как раз уже открыл, покажу. Да-да, показывай. Показывай, сыночек. Но это будет сложный старт. Не, ну то, что баскетболистов реально достались. Да, это забавно. Согласен. Это круто. Бля, я уже 10 раз про это сказал, нахуй повторяюсь. Так, ну, в принципе, что, я обрадовал всех, кого мог, практически, думаю, да? Спасибо. На этом жребии. Может, еще вернешься сюда? Дай бог. Не помню. Молодец, и сейчас сыночек. У нас идет Андрюха. Решать мою замена. Судьбу. И свою. Опа, сила монтажа. Андрюха со мной теперь здесь. Да, друзья, я пришел вершить свою. О, ебать, вот это самое интересное сейчас будет. Тут я, да. Ты будешь вершить эту... Верю в тебя. Тут я. Наверное, самой трушной группы кикерской такой. Коллектив веселый. Играют в Weekend League постоянно. Делаю до 14. Внезапно. Так, смотри, мне нужно... Тебе выбирать сборные. Да, я сейчас перечислю. В этой группе у нас получается Акул, Волк, Мбэй, Бубиньо. Первого меня назвали, блядь, кайф. Мосс, Чисто Питер, Рокет Тим, естественно, ты, Шерманы, Год Макс и Димка. Да. Ну что, начнем? А, еще и сборные, естественно. Да, да, сборные. Сборные Швейцария, Турция, Хорватия, Эквадор, Нигерия, Польша, Норвегия, Япония, Австрия, Сербия, Кот-Эдуар. Знаешь, вот я согласен на любую сборную. Только главное, чтобы там был золотой голкипер. Играть с сильвер-кипером — это вообще забей. А там шанс 50-50 где-то, да? У меня очко сгорит. Там 60-40% соотношение. А, 40 — это золото. Нет, что тебе говно выпадет. А, то есть больше шансов все получить. Ну не суть, короче. Сделаем так, что 50-50. Дания, опа. Сербия, пожалуйста. Смотрим. Дании нет. Австрия. Австрия. Неплохая сборная. Не хочу Австрию. Там нет вратаря, да. Там все очень плохо, друзья.
Ну, вот здесь интересно. Вот сейчас это реально очень интересно. Самая интересная будет корзина. Невероятно интересно, я сейчас сразу же себя вытащу. И уйдешь сразу, можно, да? В окно. Да. Осуждаю. Осуждаю. Пожалуйста, не я. А ты говоришь, неинтересно так. Да, ребят, я сдал, блядь, ну что за хуйня, блядь, тильт просто, блядь, задушили. Я сдал, короче, я пытался актера врубать, я не могу, блядь. Посмотрите, это ебало довольный, блядь, панда FX, конечно, он довольный. Он аж казахом стал, посмотрите на его глаза. Ну, я не знаю, как это комментировать, я пытался врубать актера, типа, я не знаю, что у меня Австрия, но я узнал, что у меня Австрия, это пиздец. Я просто посмотрел, там просто нет вратаря. Ладно, давайте послушаем, что они скажут. Австрия! Я реально проебал, блядь. Сука, ну какая Австрия, блядь? Чё с ебалом, акул? Акул, это не пранк. Не, пошёл нахуй, блядь. Не, ну там можно эволюцию, напомню, можно да, ещё. Это не пранк. Но... Это не пранк, блядь. Бля, я расстроен, что это не пранк. Это больно! Да, короче, ребята. Алабу уже, если что, сделали эволюцию на 95. Я сделал эволюцию. Ну, мы там с чуваком качаем, с владельцем аккаунта. А сейчас Лазара качаю. Пиздец, это просто пиздец. Смотрите на этого вратаря. Перван, нахуй. Что это за... Бля, ну это просто пиздец. Перван, блядь. В атаке, ну, у меня еще здесь Арнаутович. Мы его там до 85 подкачаем, Арнаутовича. Вот этого не будем качать. Кайнц. В принципе, эти все футболисты есть. Ну, примерно такой состав и будет. Только вместо этого Баумгартера я решил Арнаутович. Все-таки Арнаутович, потому что легенда. Хотелось, чтобы в Австрии был Арнаутович. Я думаю, ну, типа, никто не будет осуждать. Это натурально больно. Во всех смыслах. Ну, ты в атаке-то не весело. Обожаю, когда кому-то больно. Не, ну зато, блядь, нет теперь давления. Теперь никто мне не верит, мне так легче. Мне реально легче, никто не верит, блядь. Ну я расстроен, что вратарь, блядь, хуёвый. Вот был бы здесь вратарь, хотя бы там золотой 85 рейтинг. Я бы сказал, окей, сборная нормальная. Но это пиздец. Из вратаря, ну, вратарь, я чувствую, блядь, контента завезёт, нахуй. Не, ну там, напоминаю, что можно еще две эволюции юзать, Дим. А? Еще две эволюции уже на Сильвер доступны. А что на вратарь? Это да, но вратарь 73. Да. 73! Да, 73. Да, да, говорил серебряный. Ну что, ребята, дальше идем, получается. Пошел нахуй, блядь, гандон, блядь. Посмотрите, я думал, он расстроен из-за меня. Вот такой, блядь, какая же хуёлка. Уф, пронесло, блядь. Сука, такой гандон, блядь, эгоист, блядь. Он всегда таким был, блядь, эгоистом. Он только о себе думает, нахуй. Просто о себе говорит, блядь, пронесло, блядь. А за друга переживать. Мой друг Кефир, блядь, лучший. Пошел нахуй, Панда FX, за него не буду болеть. Кефир вперед. Турция, Сербия, Хорватия. Пошел нахуй, хуёвая команда ему. Сербия. Кто? Хуёвая. Норвегия? Блядь, это вообще кал. Тебе холод, да? Не нравится как? Мне не холод. Пускай, блядь, Панда FX у Норвегии, пожалуйста. Не сёрло, потому если что вся кал. Команда говна. Вратарь вообще забит. Не, ну, короче, заебали. Монтажер, надо было сначала сразу вот Норвегия и сразу состав, чтобы показывали, а не потом. Вот так, монтажеру предъяву. Понял, монтажер? Давай, работай нахуй. Welcome вратаря, эволюции. Ты не эволюционируешь. Ну реально, показывай бы в начале состав, потому что так непонятно. Заебу этим, но вратари это полкоманды. Кто же будет играть сборной Норвегии? Если Дима и Холланд это... Дима хочет? Панда FX. Чисто Питер будет бегать за Холл. Пошел нахуй, блядь, что со звуком? Панда и Сёрлота, ребята. Блядь, что со звуком? Без вратаря. Ну что, продолжаем нашу жеребьевку. Бля, ну у них состав получше моего, блядь, получше моего. Это просто пиздец, я просто другие составы не смотрел. Ко, пока проносится. У них Холланд есть, а у меня даже, ну, ладно. Честно, две сборные, которые еще... я точно не хотел. И еще четыре с вратарями любопытные. Да, любопытные, очень любопытные. Кто же у нас дальше? Швейцария. Кто там вратарь Швейцарии? Сомер. Сомер.
Кобель? Да, смотри, как он, да, как волнуется. Хитрый, блядь. Хитрожопый, блядь, Панда FX. Я, все, я его не люблю, блядь. Пошел нахуй, блядь, Панда FX. Он хитрожопый, смотрите, волнуется. Он только о себе сейчас думает. Смотри на его хитрые глаза, блядь. Ладно, хорошо. На Швейцарию я согласен. Тут уже не так страшно вытаскивать шарик, учитывая, что там есть хотя бы вратарь. Ну, есть за кого поиграть. Вот он. Ну, что, вот он шарик. Дима ждет, хочет. Дима, хорошая сборная. Хорошая. Дашь? Дашь? Ну, покажите нам сборную. Гудмакс! Повезло. Вот это ты везунчик, Гудь, я хочу тебе сказать. Вытащил в этой пот... Вот надо было этот состав вначале показывать. Ой, сорян. Акафоры, Эндое. Блять, почему мне Австрия выпала? Пиздец, я просто не знал. Я, ну, мне Австрия выпала, я посмотрел состав, ну ладно, но у остальных примерно такой же будет. Оказывается, у остальных, блядь, пизже. Анду с хорошим голкипером. Будет ли в этой группе, блядь, сборная хуже моей, блядь? Кипера пока моя здесь. топ-1. Ну, я думаю, Сомера не рассматриваем, потому что у него рост маленький, а Кобель большой. Ну, Макс со Швейцарии это здраво. Это да. Это плюс жизнь ему, это прям такая. Плюс жизнь, да. Следующая сборная. Следующая сборная. Одна хорошая сборная ушла. О, Нигерия. Блять. Вот, но вот, если сейчас Бейпа вытащишь, там тоже точно никто не поверит. Осуждаю. Это же реально будет прям хорошо. Я просто, и вот, чтобы вы понимали, а ты сам верхний шарик Нигерия, делал, да, я просто самый верхний взял. Ну, это, блядь, подозрительно, сука, самый верхний. Хочешь оставить? Это, наверное, сборная, которая точно не хотела бы там 70 килл. Блядь, он уже улыбается, как будто бы он уже знает, что здесь я, понимаете? Как будто бы я просто сделал, хотелось бы, давай, да, падай, Бейпс. Рокет Тим! Блять, сука! Я хотел, чтобы поддосу, блядь, Нигерия досталось. Да. Сука! Я выдохнул! Рокет Тим! Блядь! Все мы выдохнули. Ладно. Окей. Как же... Блядь, даже она лучше моей! Посмотрите, а даже она лучше моей, пиздец. Просто посмотрите этот состав. Даже вот этот состав лучше, блядь, чем моя Австрия. Ладно. Окей. Как же... Я отскакиваю, ну, пока. Ну, там что. Скамейка хорошая, ребят. Ну да. Вот играйте. Да, скамейка. Скамейка играйте. Как же вы были довольны, да, поляцы? Я пока что отскакиваю до сих пор. Какая же сборная. Ну, так что, все-таки интересно так открывать за сборную? Блять, вообще очень нервно, у меня уже пульс миллионный. Сборная Польша. Левандовский. Да, лучше бы Польша, блядь. Не хотел тоже Польшу, честно. Да, моя Польша родная, блядь. Да и чё, блин, в атаке чё? За Левандовским не играть в атаке? Ну ладно, из тех вариантов, которые остались, как будто бы, ну, блядь, не хочу. Ну это средний хороший вариант, средний. Не хочу Польшу. Ну есть вратарь, есть пару форвардов там, хоть с чем-то. Не хочешь, Дима? Прям очень сомнительно, но лучше, чем может быть. Но ФИФА! ФИФА, поиграй за Польшу! Блядь, сука, я... Сука, хоть бы досталось Panda FX хуёвой, вот ты все заставшись самой хуёвой сборной заставишься Panda FX. Плиз, блядь. Класс. Как же он угорает, блядь. Ну за Левандовский поиграй. Я поиграл бы за сборную Польши. Ну поиграй, хорошо. То есть, здесь норм, но... Блин, там все еще меня ждут японцы. Блядь. А, Япония, Япония, Япония. Panda FX, Япония. Так, Panda FX, Япония. Турция. Хорватия. Хорватия, хочу хорватов. Окей, согласен на Хорватию. Бля, там вратарь тоже такой себе, ну ладно, он хотя бы ну золотой. Ну что, скрестил пальцы там? Хочешь Хорватию? Да. Хочешь? А вот не получится. Хочу. А теперь следи. А теперь отслеживай. Я потом гляну. Вам виднее оттуда. Я тоже следую. Не смешно, нихуя. Сборная Хорватии, которая сенсационно не прошла на этом Евро. Учитывая, что там Италия. Бля, Дима. Это что это за магия? Это жизнь! Ты сам себя выкинул! Ты понимаешь, что я сделал? Спасибо, Андрюш. Ты себя выкинул. Я, блядь, я может быть... Бля, почему, типа, там пиздата? Тебя покажите, выкину, блядь. Почему? Подошор, блядь! Работай, сука! И покажи нам сначала состав. Какого хуя мы не знаем, блядь, состав. Вы обсуждаете состав, вы смотрите в телефон состав. Мы-то не знаем, блядь. Покажите сначала зрителям. Спасибо, спасибо. Ё-моё. Блядь, зачем сейчас уже? Это поздно. Бля, ну даже у Димы лучше состав, чем у меня. Я в ахуе просто, блядь. И следующий тот шарик сразу, да, чтобы да, я просто в ахуе. Чтобы не крутить. Вот этот шарик был. Точно? Вот этот шарик. Вот этот следующий. Хорошо. Какая мне пизда, да. Марокко сборная. Если я плохой достаю, то... Я просто не знал, что... Я думал, я когда получил Австрию, я думал, типа, а, ну окей, я даже Сереге написал, заебись. Я думал, типа...
Австрия там, ну, нормальные карты. И потом посмотрел, что вратарь хуёво, думаю, ну ладно, у остальных, наверное, хуже будет сборная, или примерно как у меня. А в итоге, блядь, у меня самая хуёвая сборная из всех, которые сейчас вытащили. Я сейчас достаю шарик. Ага, я открываю это? Ну да, если... Может, просто тестовый? Нет, нет, не тест. Не, я не хочу, вдруг уже так похуй, когда уже Австрию получил, уже так похуй, что кому достанется, блядь. Просто обиднее. Я хочу просто, жду, чтобы Panda FX и Япония достал, все. Ладно, если хорошая сборная, то возьму. А если плохая, кто-то другой возьмет, да? Нет, это уже машня называется. Ну мы-то не знаем, мы не знаем, кто там. Хитрый Panda FX, блядь. Турция! Бери его, бери его. Я делаю все максимально быстро. Блядь, волк, сука, волк! Волк, блядь! Ну, так надо, блядь, тебе, так и надо. Хуй соси, хуй соси, хуй Panda FX, блядь. Не ты, все. Бать, Серега уже спотел, блядь. Красиво. Охуенно, он что там, на беговой бегал, что ли, рядом, или что, блядь? Какого хуя Серега уже спотел? В том плане, что волк в последнее время жил в Турции. А, кстати, да, да, да. Прикинь? Бля, ну это такая машина, просто охуеть, волк. Ты мне должен быть благодарен. У тебя будет душа лежать к этой команде. Пошел охренеть, нахуй, блядь. У меня сердце колотится еще. Вытащил мне Австрию, блядь. Там еще Сербия, Андрюш. Так. Кто? Сербия и три говнокоманды, да? Сербия, Эквадор, блядь. Нигерия. Блядь. А, Нигерия была. Да? Это Нигерия была. Кто там еще? Япония. Япония. Давай! Эквадор ему, Эквадор, блядь! Нет. Нету? Смотри, смотри, че с лицом, блядь, че с лицом, блядь? Че с лицом? Я тебя сейчас вытащу с себя. Че с лицом, давай. Ой, блядь, вратарь там. Шерман, играй. Играй за Эквадора, пацаны. Блядь, не повезло. Не, в целом, сборная годная, но вратарь. Ну, кстати, да, пойдет. Бля, и то, вот эта сборная лучше моей, ну я баху, реально, пока самая худшая у меня. Там две новые карточки вышли. Я жду Японию, я хочу посмотреть на японцев. Что хорошее? Да, блядь, да. Где я? Где я? Блядь, ну сейчас... А, там же Япония. Сейчас Япония, да, я останусь, блядь. Это будет Тильтостан. А, и это вроде бы опять не Япония, это Сербия. Вот что я хочу, вот что я хочу, ребята, кстати, Сербия. Получается, смотри, Сербия, Япония, еще кто остался? Покажите, кто блядь, ну почему состав не показывает? А вратаря там нет, Кудуара. Кудуаре нет. Там самый лоурейтовый вратарь. Ну там Драгба. Блядь, пожалуйста, где я? Так, давай Японию все-таки. Не хочу я Японию, сам играй за Японию. Дим, какой, скажи, пожалуйста. Я тебе вытащил Хорватию. Какой из этих трех? Ближний, Дима, дальний, блядь. Посередине. Давай, пожалуйста, самый, вся надежда на Диму. Вот этот. А? Да, получается он. Этот. Да. Ты уверен? Самый ближний к себе, нет? А, разве? Вот этот. Нет, это нет. У него самый дальний. Бля, ну... Все, понял. Да, блядь, да. Вроде диаметры у нас пошли. Ну что, ответочка будет или нет? Блядь, Дима, пожалуйста. Они сейчас подружатся, сейчас вытащат, Андрюх. Блядь, там бейп. Подожди, какая Япония или что? Что стало, блядь? Бейп и Сербия. Япония, это жизнь. Это жизнь. Блядь, вот Австрия пока самая худшая. Все равно из этих Австрии самая худшая. Что, Андрюха, Япония либо Кот-д'Ивуар? Пиздец. Хорошо. Хорошо, блядь. Хуй соси. Соси хуй, блядь. Сколько там пульс? Тихо. 144. Ебать. Откуда у него такой пульс? Смотрите, 144, охуеть. Я, блядь, когда в футбол бегаю, ношусь, у меня 130, блядь, 135. Ладно, плаваю в бассейне, у меня максимальный пульс 135. Он стоит на месте 144, охуеть, он волнуется. Так ему и надо, блядь. Это тебе за Австрию, ну, получай. Японцы, ты же сам их добавил. За Австрию, нахуй. По Дискорду. Давай, блядь, чё, блядь? Давай драмы. Вот так вот не надо было делать. Так что, Кудуара либо Япония, что хочешь. Пронесло, кто так делает? Смотри, чё с лицом? Чё с лицом теперь, а? Чё ты скажешь, блядь, мне? Давай, вытащил мне Австрию, блядь. Чё ты, на нём лица нет? Блядь, это смешно, ладно. Я ни то, ни другого не хочу, блядь. Я уже всё, я разобрал. Да, да. Пересёк лёгку? Япония, шанс 50 на 50. Целый сезон Андрюха собирал японцев. Давай. Топовую сборную. Давай. И он... как говорил, не хочет за них играть. Да. Хотя целый давай, сезон давай, сыграл давай, все давай, давай, и давай, прокачивал и валюта. Кот Эдуард или Япония. Вообще похоже, уже хуёвая. По кайфу. А, вот как классно. Супер же. Ты же всегда задумываешь эти аккаунты. Хорош, Серёг, души его, души, блядь, его. Души, блядь. У меня уже ничего. Я на Серёгу ржу. Чё, какой этот или... Да сам выбирай. Ты сам решился в эту группу и записать жеребьёвку делать. Это спасибо Диме фавориту, блядь. Я ненавижу
я тоже люблю. Поменял. Джефф, какой? Правый. Бля, вот заебал, блядь. Уже сам, ты можешь ответственность взять на себя и сам выбрать шарик. Сразу посмотришь. Губи. Кот и двор, блядь. Кот и двор, блядь, пиздец. Я хочу состав Кот и двора посмотреть. Ты все равно не рад, да? Так, подожди. Япония, ну, блядь. Окей, Япония уже похожа на Австрию. Хорошо, Япония уже похожа на Австрию. А у Кот и двора, блядь, слоник туда так нарисован, блядь, смешно. Там Дрэгба, блядь. Давайте посмотрим, может, там нормальный состав. Скажи рейтинг вратаря, который у меня будет. Какой рейтинг? 69. 69. Фана. Серебряный, не бронзовый. Ебали. Какой нахуй Скотти? Ну, кстати, да, окей. А Австрия как будто даже получше. Ну ладно. Примерно с Австрией одинаковый по уровню. Я доволен. Соси хуй, блядь, Пандефикс. Вот так вот. Так тебе и надо, блядь. Так тебе и надо. Я доволен. Хорошо, блядь, пронесло, блядь. Куары, почему я последним себя вытащил? Почему? Хорошо. Ну какой нахуй? Папа на 69, блядь. Почему я последний? Почему? Как это сказать? Хорошо, блядь. Да лучше бы я заебал. Соси хуй, хуй сози. ГГ. Отлично, бля, ну отлично. Просто какой нахуй Фафана 69. Андрюш, спасибо. Да, можно на замену идти. Ну что, да. И снова Джефф. Смотри, смотри, чекает состав, блядь, в надежде, что что-нибудь там изменится, блядь. Теперь ждем, какой у него соперник, блядь, попадется. А вот он рядом, соперник уже готов, блядь. Андрюха на галерке расстроенный. Да, 2 часа успокаивал Андрея и вот пришел сюда. Да? Целых 2 часа. Да. Ну что, у нас здесь осталось... Ладно, охуенно же, ребят, здесь у нас сборная. Бля, ну мне Австрия досталась, но Пандоса досталась Кадуара, это еще хуже, блядь. Так. Алжира, если не ошибаюсь, да. И Ирландия. Да. Ирландия. Вот эти 3 сборные. Вот ты тулар, блядь. Да выебался, блядь. А не надо было радоваться, когда мне Австрия выпала. Не надо было, блядь. Карма наказала сразу. Но. Все четко, вроде бы все шарики на месте. Может там тоже их покрутить, кстати, вообще спокойно. Типа, а что там один шарик, блядь, желтый большой? Что это за наебка? Душная группа, кстати. Что это за наебка? Один большой шарик. Что это за прикол, блядь? Пыч. Я и Белка. Что за хуя, блядь? Почему там один шарик? Сборная Ирландии. Большой. Ирландия там прикольно, там цветастые карточки. Да-да-да, похуй, давай быстрее уже, вратарь дальше уже, интересно. Там вратарь даже есть. Он даже есть, в принципе. Покажи, да, блядь, монтажер, алло, работай, блядь, бабки отрабатывай, блядь. Ладно, осуждаю, это уже жестко. Это уже жестко сказал, беру свои слова. Ну, блядь, ну можешь, пожалуйста, сделать состав. Вот сказали, вот вытащил состав, покажи его, блядь, в следующий раз так делай. Да? Почему да. это не сделать, блядь? Я уже 100 раз это сказал, но меня раздражает. Белка Кэп. Ну, неплохо, наверное. Ну, слушай, мне кажется... Ну, ассоциация здесь... Кстати, ебай, а чё за хуйня? У него состав лучше, чем у Пандоса и у меня, блядь. Вы как там распределяли команды? Почему это команды нету... так, тут 2 эволюции, но все равно, блядь. Она на уровне Австрии, нет? Здесь никак его... Тут есть кумир, блядь, у австрийцев нет кумира. Ну, она кайфовая. Смотри, белка такой, как будто бы немножко рыжий. А. Тоже. Все. Слушай, получается, Россия осталась и Алжир, и у меня шанс 50%, чтобы получить Россию. Да. И так, тогда все, больше будет вообще контент. Кто? Россия. Ну, Сереге Россию. Давай, Сереге Россию, будет идеально. Возьми желтый шарик, блядь. Желтый шарик, вот так Серега, блядь. Вот здесь ошибиться вообще никак нельзя. Я очень хочу за Россию поиграть. Я понимаю. Я очень блядь, как все давит, блядь. Что вы ржете? Что-то им смешное, я его тоже не понимаю. Ответственный момент. Серега, да, ебать! Просто спалили, сука! Большой желтый шарик. О, а кто это может быть? Кто это может быть? Ебать, просто идите нахуй с такой жеребевкой. Просто пиздец, все подкручено. Все подкручено. Большой желтый шарик. О, а кто же это может быть в большом желтом шарике, блядь? Выделяться среди остальных.
играю! Хорош! О, смотрите, какие актеры, блядь! Поздравляю! Я не знаю, клянусь! Бля, ну, кстати, состав даже... А, ну тут эволюции дохуя. Ладно, ну прикольный состав. Вот это да! Как? Ну я сейчас слушаю с Хадюаром, да, брат? Ребят, у Рас... У Панды Фикс вообще лица нету, блядь. Здесь столько эволюций классных. Ну, раз мне досталось таким... Он как будто уже все проебал и вылетел. Образом России, ну... Шанс был, кстати, 33%. Ну, а, на Яшин у меня не будет на воротах, то я Сильвера тоже поставлю. Сипскана меня... кто? Что это за сборная? Что Сипскана? ХЗ будет играть. Он мне будет ХЗ играть. Поддержу, Андрюх, да. Солидарно. Потом въебут три тура подряд и... Поменяю мнение. И последнее, это получается Алжир. Вот здесь с ним контент, я не знаю, как сделать с Алжиром. И это такая задача предстоит. По силам, видимо, только... Сипскань. Там у Алжира сейчас, который вот есть аккаунты. Ну да, хуево. Есть кто там? Бенрахма, 90 карточка, Маре. Вот это, наверное, топ-1 хуевая страна. Блять, у всех карты, оказывается, пиздатые, да? У каждого есть 90+, охуеть. И куча всего такого. Даже мне даже нечего добавить. Ну такая какая-то безымянная. Бесхребетная. Да, охуе, конечно. Ну, блин, Сибы же любят вот это вот пробежать. Ну да, да, там можно что-то придумать. Не, а так еще раз про сборную России. Это чисто отсылка на Мазе Рашу 10 лет назад, уже юбилей. Вот как раз 10 лет назад, 2014 год был. Ну да, Мазе Раша возвращается. Спасибо, что достал. Не, что. Прикольно. Я очень старался. Ну что, ребята, у нас осталось все, блядь, сборные. И остались два... Супер душных. А, еще, блядь, я думал, все. Как Кубка Фиферов. Последние два победителя. А, Клён и Амкал, блядь. И Клён. Я про них забыл. Сразу же говорю, какие сборные. Давай. Мы определили тогда вот с советом, кому какая достанется. Угу. Амкалу достается сборная Чехия. Ну, кстати, там есть вратарь. Так. А что за хуйня? А Клёну достанется... Подожди, а где жеребьевка? Сборная Словакии. Он так... Нихуя себе, даже у Клёна будет состав 90-й. Говорил, что ему скучно играть на КФ. Мы собрали там эту сборную. Мне кажется, надо было вообще без карточек 90 дать какую-нибудь сборную, где одни бронзовые игроки, блядь. Это было бы логичнее, нет? Четыре карточки всего лишь цветных есть. Вратарь такой себе. Вообще вот без цветных надо было дать Клёну. Ему теперь будет веселее играть. И стоит отметить, что Амкалу и Клёну, как последним двум победителям Кубка Фиферов, эволюции запрещены. То есть тот состав, который сейчас у них есть. Ждите СБЧ. СБЧ, если выходит, можно. Можно понадеяться на Чехию, на Словакию. Это знаешь, как вот так вот пальчик слюнкой смазать и в небо тыкать. Ну, по жести. Клён хотел по жести. Амкалу дал чуть-чуть посильнее команду. И не только я. Мы определяли все вместе. Там и Тандос был. А, и, кстати, это я рассказывал. И в КДК еще и Гути был. Угу. То есть это наше общее решение. Задушить двух последних победителей Кубка Фиферов. Ну, по классике. У нас всегда Душанбе, лютая, может, победителю. Учитывая, что Амкал пропустил у нас 2023 год, пожалуйста, вот 24-м получать. А потом 25-м, может, что-то будет другое. Mm-hmm. На этом жеребьевка сборных заканчивается. Наконец-то, ребят, мы определили все 32 сборные. И 32 участника, за которые они будут играть. Да. Или наоборот, надо было сказать. Неважно. Андрюха! Свечку поставлю за тебя. Как же... Бля, ну я тоже расстроен, пиздец. Смотрите, но это были твои руки, ты сам вытащил. Ну я просто заранее знал, я уже отрастроился заранее. Пиздец. Пеп сказал, как... А, кстати! Он взял своих братишек, вытащил мне, блядь. Подставил меня, блядь. Джефф доволен, Дима доволен, я доволен, Андрюха. Все довольны, блядь. Лайки ставим, лайки ставим. На этом заканчивается жеребьевка сборных. Завтра будет жеребьевка первого тура Кубка Фиферов 2024 совместно. Окей. Пари. Да, бэтбум! Короче, ладно. За внимание. Спасибо ребятам. Андрюха опять. А мне спасибо. На радуге зависи. Всем удачи. Всем пока. Так, короче. Вот такая реакция получилась. У меня Австрия. Ну, я знал про это, поэтому пытался включить актера, не получилось. В общем-то, ну, пиздец. Я просто не знал, что у других...
ну, настолько пиздатой команды. Я думаю, у меня, ну, окей, еще пойдет. Оказывается, у меня одна из худших команд. Пиздец. Ну и хорошо, что Панда FX тоже, блядь. Он больше всего радовался, что у меня хуевая команда. Вот и получай, блядь. Короче, жеребёвка хуета, блядь, все подстроено. Идите нахуй, блядь. Вот этот желтый шарик, блядь, это вообще что за хуйня? И не получится отмазаться, что шариков не было, блядь. Блять, всего там 3 шарика лежат, а вы могли из старых туда засунуть, просто кого-то попросить и не смотреть, и засунуть, блять. Желтый большой шарик, а кто это, блять? Все понятно, здесь 100% подстроено, что Серега Россию, блять, решили порофлить, меня решили задушить. Видать, задушил Серега за то, что я шутил, блять, над ним в ТГ, кстати, подписывайтесь. Ну, пиздец, ладно. Завтра тоже будет стрим, приходите все на стрим, всем пока.